Начинается регистрация на рейс «Москва-бункер». Куда лезешь? У меня бизнес-класс. Здесь только эконом. Бункер не жопа, он не резиновый. Что в карманах? Дома, карманный вариант. Дума в багаж. Следующий. Звенит. У меня по вечерам всегда так. Еще не вечер. Следующий. Я! Справка из военкомата есть? Нет? Иди за справкой, что не призывной. Следующий. Мы с Крякушкой. С домашними животными нельзя. А я не домашняя, я вполне себе дикая. 100 раз доказывал. Ладно, пойду посмотрю, может есть место. Он что, закрылся? Посадка окончена. Ой, не волнуемся, сядут все. Владимир Владимирович, как же вы там без охраны? А без вас меня тут и охранять не от кого. Тихо, есть выход. Я знаю, без чего ему не обойтись. Владимир Владимирович, у меня тут ваш переносной дефекационный комплекс мобильной архивации ДНК. Откройте. Ладно. Опять всех переиграл. Звоните в колокольчик, делитесь этим видео, ставьте лайк. А если душа поет, то можете и 2 лайка подряд поставить. Согласен, только слово «подряд» нужно убрать.